25 февраля, в субботу, два лучших легковеса России встретятся в эпичном реванше. Боец Victory Team Евгений Вазем выйдет в ринг против того, кому проиграл. Исторический бой за вакантный пояс. В прямом эфире с арены Event Hall. Вазем по прозвищу Moneyboy против Александра «Тигра» Котова. Победит только один. Билеты уже в продаже.